Раннее осеннее утро. Майор полиции Антон Антонов твердой походкой идет на работу. Даже в свой профессиональный праздник страж правопорядка находится на посту. Между тем, в службе российских участково-уполномоченных в эти дни исполнилось ни много ни мало 101 год. На оперативном обслуживании в моей территории довольно спокойная обстановка, потому что если какие-то преступления возникают, то мы стараемся их сразу же пресекать. Составление протоколов, работа с обращениями и профилактические беседы – вот лишь малая часть ежедневных профессиональных забот участкового. Перед тем, как отправиться на очередной разговор с населением, на вопрос о самом важном в работе отвечает скромно. Главное – уметь выстроить с жителями участка доверительные отношения. Мы в детстве, наверное, все хотели, кто-то хотел стать пожарным, пожарником, кто-то космонавтом хотел стать. Я вот решил стать полицейским. Когда пришел на службу, то уже принял для себя, что хочу попробовать в должности участкового уполномоченного 2-го отдела полиции. Антон Антонов получил образование инженера, закончил военную кафедру и лишь потом вступил в ряды химкинских правоохранителей. О своей работе говорит коротко, скучно ее точно не назовешь. Ну, в основном, как я считаю, мы как психологи, да, то есть мы в каждой ситуации как бы людям советуем, как им правильно повести в ней, чтобы, не допускать каких-либо конфликтов, это, к примеру, это семейно-бытовые какие-то. Помимо бытовых конфликтов, жители часто жалуются участковому на телефонные мошенничества. И здесь у майора Антонова есть ответ на жалобы граждан. Он постоянно ведет профилактические беседы, советует, как не поддаться на уловки злоумышленников. Бывает, звонят, представляются сотрудниками полиции. Да, правда ваша. И поэтому вы, когда такой возникает с вами разговор, старайтесь такие разговоры избегать. На административном участке майора живет 4000 человек, и степень доверия химчан к полицейскому впечатляет. Свидетельство тому второе место, занятое Антоном Антоновым во всероссийском конкурсе МВД Народного участкового Московской области. Лауреатов выбирали сами жители путем онлайн-голосования. Работу Антона Владимировича заметно. Во-первых, постоянно к нему народ, постоянно он с народом общается, видно даже. И я, как соседка, очень даже чувствую себя в безопасности. Я не боюсь, что к нам кто-то что-то. Я знаю, что он всегда придет на помощь. С начала года участково-уполномоченным Антоном Антоновым было принято без малого 450 заявлений от жителей Химок. Сразу после плановой акции по предупреждению телефонных мошенничеств наш герой отправляется в служебный кабинет. Впереди работа с документами. Трудовой день майора Антонова продолжается. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.